В нашей школе музей краеведения и боевой славы был создан 1 июня 1973 года. За годы существования накоплено более 1400 экспонатов, связанных с историей Великой Отечественной войны, историей возникновения Кикерина, школы и района. За последние два года музей пополнился на 76 экспонатов, которые принесли ученики, их родители, бывшие ученики и жители поселка. Посещаемость растет с каждым годом. Музей пользуется популярностью не только у учащихся нашей школы, но и у ветеранов, выпускников разных лет, жителей района и Санкт-Петербурга. А сейчас я приглашаю посетить вас на заседание Совета музея. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить планы на третью четверть. А кто готовит экскурсии о войне? Я рассказываю о событиях Московской битвы. А я рассказываю о героине Зое Анатольевне Космодемьянской, первой женщине, героине Советского Союза. Она ровесница нашей школы, ведь 13 сентября школа празднует день рождения, так же, как и у нее. Мы рассказываем о Сталинграде, где сражались наши земляки. Такие, как Александров Геннадий Васильевич, Игнатий Моисей Геннадьевич и Дурнев Александр Иванович. А я рассказываю о нашем земляке, генерале армии Андрее Васильевиче Хрулеве, который захоронен у Кремлевской стены. А ведь сейчас мое проведение экскурсии. 18 и 27 января даты проведения и снятия блокады Ленинграда. В первую очередь нужно пригласить ребят, чтобы рассказать об этом событии. И, конечно же, надо рассказать об Анатолии Ломакине. Он погиб при освобождении нашего поселка в 1944 году. Ему было 23 года. Он не дожил до присвоения ему звания Героя Советского Союза всего 2 дня. Хорошо, так и поступим. Начнем третью четверть с цикла экскурсий о блокаде Ленинграда и героях-балтийцах. И не забудьте о пробеге по местам боевой славы. А вы не забыли про проект нашей школы «Судьбы выпускников»? Ведь скоро вечер встречи, и по давней традиции мы готовим рассказ. А у нас готов рассказ о нашем выпускнике «Войне афганцы» Асалиме Вильяниде. Предлагаю рассказать о нем нашим выпускникам. Хочу напомнить о проекте «Герой бессмертного полка». О том, как мы искали информацию о людях, о том, как они воевали, погибли, какими наградами были награждены. У нас есть полная информация о 98 героях. Осталось еще 262, ведь портреты пополняются каждый год. Да, необходимо активизировать эту работу и передать материалы в нашу газету «ГАМ». Ну что, ребята, план работы Совета музея на третью четверть готов. За работу? А кто отвечает за газету «Шаги истории»? Мы. Не забудьте повесить. А вас приглашаем в наш музей. У нас здесь... Здорово!